ребятки, всем привет, это Guts and Glory, и мы сегодня поиграем в счастливую семью. Поехали, радостный день, миссия первая. Давайте посмотрим, насколько это радостный день и что нас тут ждет. Да, я готов. Так, ну что, кого? Кого возьмем? Что скажете? Вот этого Эрла, Эрла-дурачка. Ну, давайте, вот так вот. Нормально, вот так вот пойдет. Привет, дебил. Пока, дебил. Ой, там, видали, там центрофуга летала. Точно счастливый день. Ей-богу, счастливее некуда. Тихо. Ой, блядь! Я смог, поехали. Ой, а тут у них вообще весело. Смотри, бензопилы летают. Это что, финал? Финал, блядь? Я справился! Отлично, с первого раза, ребят. Следующая трасса, поехали. Вот это я даю. Я вообще красавчик. Так, а здесь у нас выбор небольшой. Я колясочника брать не буду, он реальный дебил. Поэтому я лучше с папой Джоном покатаю. Потому что тот Децл реально мешает. Ну что, первая отметка довольно далеко. Не знаю почему, в чем подвох. Сейчас будем смотреть, с чем это связано. А, вот в чем. А, понятно. Тихо, малой, тихо, блядь, я тебе говорю, не бузи. Сквернословить он меня заставляет, короче, ребят, полетели. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, 55 миль на велику, ребят, а чего достигли вы в этой жизни, а? Много ли из вас ездит 55 миль в час на велосипеде, мать вашу? Так, и это финал. Да что-то я сегодня прям в ударе, с первого раза, чувак, с первого раза. В вашем исполнении как раз плюнуть. Так а я о чем? Изи! Изи-пизи! Поехали дальше. Давай. Так. Ой, не, за Ларри я играть не буду. Мы как-то с вами пробовали и решили, что Ларри явно не для нас. Тихо. Мне эти штуки не нравятся. Бля. А тут наехал вроде норм. Так, во дворе говорят, заехать надо. Так. А вот сюда надо разгона побольше. Хорошо, поехали. Надо как-то ровнее встать и залететь. Потому что, мне кажется, это самая сложная миссия. Да. Блядь, да ладно, зачем ты умер? Чувак, зачем ты умер? Алло. Подумаешь, хребет максимум мог сломать, и все. Разве люди не живут со сломанным хребтом? Да ладно, я что, застрял, что ли? Вот так вот получше будет. Хорошо, погнали дальше. Смотри, как мы сегодня... Да твою мать! Как они меня бесят, эти взрывалки хреновы. Блять, а что за нахер мячики какие-то? Дебилы, мячи куда бросаете? Тут же ж... У нас, сука! Блять, понял, видал? Вот так вот я... Блять, сука, нахер, блять! Ногу оторвало. Со своими мячами-то. Пошли нахер, ублюдки. Я тут как ниндзя, бля. Нах, нихера. Там чувак взорвался, короче. Пиздец, чуваку. Метка, блядь, сука, метка! Я был так близок к ней. Давай еще раз. Нах, пошел. Понял? Пал! Вот так вот, блядь, тихо. Вот так вот. Блядь, да как же я туда попаду? Нереально было туда попасть на ускоритель-то. Блядь, бомба! Я увидел. Да, базардой. Да чтоб! Ты что за подстава, слушай? Ты зачем ставишь туда ускорителя? А ускорителя маны зачем, если он взрывается? На шарнике. Бля! Шальники. Мячики эти харят. Ой, бомба. Бомба! Пролетел бомбу. Это было сложно. Базару ноль. Вот это самая сложная миссия за сегодня была. Погнали следующую трассу. Холм с часовней. Выглядит эпично, если честно. Так, давайте вот эту херню поставим. Шляпка победителя, блядь. Посмотрите, что тут творят. Да как я тебе это быстрее проеду? Ты шо? Ладно, давай.
О, блядь, там бомбы же везде. О, шамане! О, начальнике! Начальнике, шо творят? Кошмар, блядь. Вечер луч этот идет. Ха, ржу. Блядь, ржу, луч с головы валит, видали? Нах, пошел, понял. Правильно, взрывайте, взрывайте больше. Блядь, бомбы, бомбы. Сваливаем нахер отсюда. Тихо. Ага, хер тебе мечом бросаешь ты. Блядь, блядь, сука! Балки конченые. Да дайте мне уже где-то засейвиться, алло. Ну чтоб тебя. Ха, циклоп 20 уровня. Отвечаю. Короче, нахер. Фух. Эту миссию мы пройдем в следующий раз, друзья. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока.